Никого нет дома, я сказал. Никого нет дома. Никого нет дома, я сказал. Никого нет дома. Как интересно-то. Чем там, интересно, дело закончится-то? Ну, ёбаный насос. Чё, свет, что ли, отключили? Ну вы чё, охерели, что ли, совсем там? Кто там такой смелый, что идёт ко мне отключать свет? Вы говно собачье, уёбки ебаный. Где твой электрощиток? Вот он, электрощиток. Сейчас посмотрим. Ну вот кто это сделал? Кто это сделал? Так, нужно узнать, чем дело-то закончится. А, стоп. Ну-ка. Ну вот, блин, ну уже прошло кино, я так и не узнал, чем финал кончится. Ладно, ладно, ничего. У нас более важная задача, нам нужно отобрать наши вещи обратно у этого чертова соседа. Так, ставься. Антенна. Кто там решил от меня чертовы книги скрыть? От меня никто мои книги не скроет. Я знаю все свои книги наизусть. Кстати говоря, фонарик. У меня, кстати говоря, фонарика не было. У меня никогда не было фонарика. Пусть теперь у меня будет он. Буду с пацанами вечером играть. В, не знаю, какой-нибудь хоррор. По-любому. Вообще однозначно, так. Блин, твою мать. Так. Так, отлично. Антенну, чтобы получше ловило, поставим куда-нибудь... Идея. Оп. Сюда. Нет, нет. Я рукожоп. Ладно, так, куда-нибудь... Бля, а куда мне фонарик-то положить? Сюда положим. Чё я парюсь? Ну, в натуре, ну чё я парюсь? Вот вообще, под кровать положим. Твою мать, положи под кровать. Вот сюда положим. Отлично. Вот прямо с лампочками, о боже. О боже, о боже. Так, будильник. Ставься, антенна. Да хотя у меня, в принципе, и так охеренно ловит. Не, серьезно. У меня и так, в принципе, охеренно сигнал ловит. Зачем мне антенна? Во, теперь будет намного лучше ловить. Вот, теперь будет намного лучше ловить. Шанс. Так, ствол у него забирать не буду, это его. Тут ничего нет. А, какого хера? Стоп. Повезло-то. Да как он посмел, он еще и мои коробки на улице раскидывает. Да как он вообще додумался до такого безобразия? Как можно мои коробки выкидывать? Ты че вообще охренел? Ладно, если бы ты их в дом приносил, а как можно мои коробки на улицу уносить? Ты че вообще там ёбнулся в конец, Михалыч? Нихера, вот теперь у меня... Точно будет дохера коробок с какими-то непонятными вещами. Потом сделаю бич-закупку. Точнее, бич-распаковку, я хотел сказать. С друзьями будем специально вскрывать все эти коробочки, чтобы понять, что там этот педофил. Точнее, какой педофил? Он даже ничего не сделал. Почему я его педофилом назвал? Так, нет, вот это я брать даже не буду. Фу, наверное, туда ссал. Я не хочу ее брать. В смысле, я хотел сказать не педофил, я хотел сказать тварь. Потому что пока ничего такого он не делал. Однако вещи он у меня украл, поэтому я должен вернуть их обратно. А, стоп, я уже хотел в кладовку кинуть, что я дурак, что ли? Книги в кладовку, книги в кладовку. Да как вообще такое мне могло в голову прийти? Как мне такое могло прийти? Я просто не понимаю. Так.
Щели уже для книг нету, ладно, пусть так стоят. А вот это сюда поставь. Нееет! Возьмись. Да это что такое-то? Уже книги другие выталкивают. Стоять. Что за хрень? Короче, видно, тут ей не место уже. Видно, ей место будет... А! Стоп, это что? Крейсера! Я хотел почитать! Я хотел их почитать, пусть у меня тут лежат. Я недавно эту книгу купил, так что пусть лежат. Так, окей. Лампочка. Да ёба. Не достать. Придется стул поставить. Я не могу их оттуда вытащить. Ладно, неважно. Пофиг на эти лампочки. Видно, он их приклеил. Ладно, хрен с ними. Лампочки — это не вещи. А вот... А вот колы и яблоки — вот это вещи. Вот яблоки — это вещи. Яблоки, это всегда будут вещами. Так, где там фрукт уложу? Обычно яблоки сюда ложу, так что сюда положу, все. Так, а колы? Одну, наверное, пойду себе поставлю, а другую в холодильник. Так. Особенно, нет, не так. Вот сюда. Вот, отлично, идеально просто. Так, теперь, а вот эту в холодильник поставлю. Оп. Отлично. Нихера ты ко мне подкатил. Нифига я мощный человек, я еще и успел пошутить перед тем, как он меня задушит. Точнее, ну не задушит, а... Ай, твою мать, меня это сейчас испугало. Михалыч, отойди от меня. Пойди. Кыш. Морда ты. Усатая. Не смей со мной шутить, гандон. Рондондон. Бррр. Да ты заколебал уже, в натуре. На тебе газонокосилка, пусть газон побреет. Пошел в очко, так. Его тут нет, можно открывать. А тут? Нет, можно открывать. Хотел свои картины добрать. Забрать, точнее. Алло. Какого черта? Почему эта картина не берется? В смысле? Не берется. Возьмись, я сказал. Так. Он отлил. Так, все. Отлично, я убежал от него. Все, пусть лежит. Ну ты заколебал уже в натуре, ну чё ты, ну Михалыч? Не смей меня ловить, не смей, я буду жаловаться. Вот же гандон. Михалыч, иди сюда, познай мою ярость. Все, никого нет дома, понятно? Никого нет дома, я сказал. Никого нет дома. Никого нет дома, я сказал. Никого нет дома. Никого, понимаешь, никого. Ты что, глухой, что ли? Никого тут нет.
Слушай, ты сейчас мое достоинство... Сейчас мое достоинство чуть не увидел, блин, гандон. Чё ты там? Извини. Да твою мать, ну извини, ну я ж сказал, ну Михалыч, ну чё ты как этот-то, ёбаный в рот, Михалыч, не надо, не трогай меня. Вот же тварь, твою мать, мазюканная скотина. Глаза как будто у зомби.